приветствую, вроде бы... бойцы. Итак, погнали. Известно, в прошлом вашу банду называли оборотни. Кстати, эти костюмы вам к лицу. Напоминаю, так, я же могу тут говорить, да? Хранилище банка и уничтожить, да, их содержимое. Так, мы можем по канатам идти. Чат. О, да, круто. Так, куда идти? Хранилище находится на верхних этажах. Используйте веревки, чтобы добраться до них. О, прикольно. Ну-ка, остерегайтесь здесь охранников. Они точно не будут просто стоять и любоваться, как какие-то ряженые пытаются ограбить банк. А, о! Круто! В смысле? Опачки. А мы ползем дальше, да? Получается. А я могу остановиться и вниз спускаться могу. Вот так вот, если что. Не-не-не-не. А я еще могу влево-вправо ходить. Ха-ха-ха. Прикольно, прикольно. Хорошая работа, оборотни. Теперь вам нужно проникнуть в хранилище. Сейчас я патроны дам. Неандертальцы из Warface установили плазменный резак возле двери и ждут команду, чтобы начать действовать. Уничтожьте их. Круто, затем круто. Я думал, будет хуже. С помощью резака. Так, и чё, куда? Как залезть-то? А, вон сюда надо, вот сюда. Понял. Так, включить резак. Угу. Работаем в паре. Пошли. Активируйте плазменный резак и вскройте замок на двери в хранилище. Приготовьтесь. Приготовьтесь. Сигнализация. Что и сейчас будет? Выдвинулось подкрепление охраны. Сейчас будет жесть. Подальше от работающего резака. Нам не нужны несчастные случаи. Резак работает. Ой-ой-ой. Резак перегревается. Необходимо перезапустить систему охлаждения. Иначе устройство взорвется, и операция будет провалена. Ай! На балконах засели полицейские с гранатометами. Они не успокоятся, пока вы их не перебьете. Но они сами выбрали себе столь непростую судьбу. То есть, в теории, я могу стоять вот тут, и они меня не будут стрелять, да? Турель! Все выходы перекрыты. Сопротивление бесполезно. Сложите оружие и сдайтесь полиции. Ой! Ха-ха, сорян. Я даже не знаю, куда здесь прятаться лучше. Не двигаться. Похоже, вам придется истребить всех полицейских. На подходе подразделения противника на реактивных ранцах. Ой, мать твою! Ну, первый раз это, конечно, тяжело, потом, наверное, будет легче. Откуда? Твою ж налево. Выходы перекрыты. Сопротивление бесполезно. Сложите оружие и сдайтесь полиции.
А как это вдвоем проходится, я не понимаю. Ух! Тут где еще можно ныкаться? Так. Полиция задействовала вертолет. Если у вас нет с собой гранатомета, используйте страшно. Стрелковое оружие. Вырубай, страшно. Так. И чё? Он дамажится с оружия. Зарядка. Резак перегрелся. Вам нужно перезапустить его. Есть. Вертолет сбит. Оборотни, а вы даже ой, блин, чем я ожидал. В этом хранилище лежат ценные документы. Нельзя, чтобы правительство узнало их содержимое. Их нужно уничтожить. Да, пока что выглядит супер. Устанавливайте взрывчатку. Пока что клево. И не забывайте о деньгах. Вы же помните, что это ваша награда за работу. Ага, деньги можно взять, да? Получается. И что будет? Установить взрывчатку. А я деньги не взял. Не все деньги взял. Отлично, оборотни. Еще одно хранилище находится походу несколькими этажами выше. Выдвигайтесь туда. Единственный ой способ попасть ой наверх — это веревки. Используйте их снова. Сейчас, погоди, я отвлекаюсь. Угу. То есть пасхалка, наверное, с деньгами, ты думаешь? Какие-то. А, ну там картина была, я ее мог активировать. А. Надо будет найти. Надо будет поискать. Так, ладно. Поехали. Ликвидируйте охрану. Им приказано остановить вас любыми способами, даже ценой собственной жизни. Вот это круто. Все-таки с веревками это круто. А че, почему я не поднимаюсь? Что-то с веревкой случилось? Ну, типа надо, наверное, договариваться, кто какую сторону держит. Можно вниз спуститься. Патроны, патроны. Похоже, они не подожди, подожди. Пока все не погибнут. И, откровенно говоря, никогда не думал, что у полицейских такая высокая зарплата. Иначе зачем им так стараться? Мать. И сеть. Так, мы снова залезли куда-то. Прикольно, вот с этим веревкой мне очень нравится. Вам необходимо активировать резак и уничтожить замок на двери. А, то есть мы все сейфы должны на каждом этаже взрывать, да? Подожди, посмотрим, что тут есть повыше. Давай. Активируйте плазменный резак и вскройте замок на двери в хранилище. Ну, типа, ничего не активируется. Ну, тут нету. Странная фигня. Ладно, активирую. Угу. Держите оружие наготове. Я наверх. На подходе спецназ. А это противник посерьезнее, чем предыдущие неудачники. Полицейские выключили свет в здании. Ваше преимущество — приборы ночного видения. А-а-а, крутяк, крутяк, смотри чё.
Пойдет. Вы не сможете попасть в хранилище. Резак перегревается. Перезапустите устройство. Да куда ты убежал? Мне кажется, даже далеко от него отходить не очень хорошая идея. Приятно удивляете меня, оборотни. Урсула Элис не ошиблась, доверив вам эту операцию. Это ограбление прикольно войдет в историю как самое дерзкое и самое кровавое. Самое дерзкое и самое кровавое, понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй! Перезапустите систему охлаждения. Хорош! Своих стреляю. Для того, чтобы потратить свои деньги, ну как бы не очень. Придется выжить, а это непросто. Лежать. А-а-а! Откуда вас столько много, гады? Перезаряжусь. Внимание, преступники! Внимание, преступники! Встаньте на колени, руки сложите на затылке. Ага, сейчас. Вы сможете сохранить свою жизнь. Где ты, гад? Ой! Это жесть. Ну, типа, когда локацию выучишь и с павным ботов, наверное, будет попроще. И, может, местечко какое-то поудобнее будет. Но пока что здесь вроде нормально, удобно. Вам не кажется, что люди, называющие ограбление легкими деньгами, слегка ошибаются? Сюда двигается очередное подкрепление спецназа. Твою ж налево. Хорошо. Вертолет, вертолет. Резак перегревается. Перезапустите устройство. Вас будут судить только за попытку вооруженного ограбления. Какая нафиг попытка? Вертолет надо сбить. Сейчас, 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 там патроны. Дам. Хорош, я. Отлично, оборотни. Взрывайте содержимое хранилища. Никто не должен знать, что в нем находилось. И не забывайте. Пока что бомба спецуха, да. Типа, что тут? Так, ну тут пока нельзя, почему-то. На, деньги собирать. А, вот тут можно. А, это и есть деньги забрать. Что-то где-то тут было. Ага.
Мы не все деньги взяли. А где еще? Так, вот теперь все. Вроде. Ставлю и погнали. Угу. Последнее хранилище находится на верхних этажах. Двигайтесь к веревкам и поднимайтесь к нему. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Так. Хорошо, поехали. Прицепился и погнал. Воу, май! Интересно, так по мне меньше дамага, когда я вот так вот спрятался. А вы полагали, что унесете из банка такой улов, и вас никто не остановит? Как по мне, сейчас у вас идеальное количество денег, чтобы не дать себя убить. Поперли. Так меня сейчас убьют. Идиот. Поскорее бы спецуха вышла на основных серверах. Ну да. Но ее уже все пройдут, перепройдут на... Здесь. На ПТСе. Ой-ой-ой! Где кто? Что? А, он уже наверху. На город сейчас посмотрим, да. Когда поспокойнее станет. Ну, я не знаю, снайпером, наверное, тут не очень. Тут... Черт, я остался без патронов! Тут, наверное, именно надо каких-нибудь вот таких вот стрелков. Ну, что тут снайпером делать? Наверное, не очень. Warface давно мертв, хрен его знает. Я не согласен. В этом хранилище находится особенный объект. Он очень опасен, поэтому быстро взламывайте дверь, устанавливайте взрывчатку и двигайтесь к точке эвакуации. Так. Что у нас тут? Активируйте плазменный резак и вскройте замок на двери в хранилище. Ничего интересного не видно? Ну, пока нет. Что, так же в центре посидим за этой тучкой, стойкой? Давай. Напоминаю, никто не должен знать, что вы из Blackwood. Я боюсь, что сверхов начнут по бокам. Последний патрон для себя. Кстати, да. Вы не можете попасть в плен. Да, сверху есть. Ой, как много там, много. Вам необходимо перезапустить систему охлаждения резака. Резак перегрелся. Вам нужно перезапустить его. Уйдите нафиг! Тяжело. Не ожидал, что в этом городе так много полиции. Не ожидал, что в этом городе так много полиции. Да, это точно.
Опа, очки. Перезапустите резак. Если он взорвется, вы не сможете попасть в хранилище. Я так гад. Зарядка. Перезапустите систему охлаждения резака. Вам необходимо перезапустить резак. Мамочки мои! Этот гранатометчик, конечно, достает. Маленечко. Ну ладно, на. Держи. А, у тебя еще пока не все. И что? Вы почти у цели, а, вот, вот оставался, грабить понятно. Лучше, как тебя обнова? Кайф! Жесть! Откуда? Перезапустите резак. Если он взорвется, вы не сможете попасть в хранилище. Так, резак перезапускается довольно быстро, да? Следите за резаком, он опять перегревается. Морды в пол, говорит. Хорошо, молодец. Молодец. Необходимо перезапустить систему охлаждения резака. Перезарядка. Ой, блин. Напугал. Все. Фух, атака завершилась. Этого провокатора. Оборотни, вы должны уничтожить содержимое хранилища. На PS4 даже Рой не вышел. Осторожно, оборотни. Полиция использует ядовитый газ. Вам лучше держаться подальше от зеленого дыма. Понял. Резак перегревается. Перезапустите устройство. Он быстро перезапускается, норм. Резак перегрелся. Вам нужно перезапустить его. А-а-а! Перезапустите систему охлаждения резака. Блин, мне нравится. Заходите в хранилище и взрывайте его содержимое. Мне нравится просто. Смотрю на выход, лучше среди бесплатных шутеров СНГ. Да, да. Урсула, что вы себе позволяете? С этого момента я... Зачем вот пристримить 2К? Потому что... ничего не уничтожит, пока мы не узнаем, что тогда YouTube присваивает другой кодек. Не может быть. И битрейт выше. Картинка лучше. Даже если по другому разрешению смотришь. Слышу, мы берем ее с собой. Я должна разобраться, что происходит. Посылаю за вами вертолет. Как будто не банк грабить, а казино. Я заклинаю вас, Урсула. Опачки. Тело Аберона мертво, но мозг еще жив. Если он попадет не в те руки, последствия будут плачевными для всех. Я отключила псевдо-Аберона от канала связи. Оборотни, берегите объект. Вертолет уже на подходе. Займите оборону и продержитесь до прибытия вертолета. Ой, это...
Это Джаггернаут? Тут Джаггер. Да? Так, а куда он дамажится? А, в спину. Это как обычность, это Джага. Блин, он больно пинается. Я чуть-чуть отвлекиваюсь. О! Понимаю. Нет. Так, минус один. Минус второй. Отличная работа, оборотни. О! Быстрее вертолет. Вам нужно уходить, пока власти не стянули сюда целую армию. Прошли? Необходимо доставить Аберона в безопасное место. Бедный Аберон. Контакт установлен. Изи. Выполнить ограбление, получил достягу. Отлично. Ну чё, кайф?